На календаре 3 июля. 3 июля 1741 года из Самарской воеводской канцелярии в городскую ратушу поступил указ о мерах предосторожности от пожаров в нынешние жаркие дни. Указом было запрещено топить бани, печи в избах, а также сидеть ночью с огнем. 3 июля 1941 года в Куйбышеве, так тогда называлась Самара, в районные военкоматы с заявлениями о добровольном вступлении в Красную армию и готовности уйти на фронт обратились более 3500 человек. Ежегодно 3 июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник сотрудников автоинспекции «День ГИБДД МВД России». В народном календаре сегодня Мефодий Перепелятник. На Руси к этому времени обычно поспевали хлеба, и на них слетались перепела. Увидеть белого перепела – к большому счастью. А если поймать его, всю жизнь будешь держать удачу за хвост. Этими и многими другими интересными событиями знаменателен 3 день июля. Позитивного вам настроения и всего только самого доброго!